Обещала технику, которая помогает сохранить психическое здоровье в тяжелые времена. Обещание выполняю. Меня зовут Екатерина Кострецкая, я психолог-консультант, помогаю справиться с выгоранием, депрессией, тревогой, чрезмерным стрессом и выученной беспомощностью. Именно тогда, когда кажется, что жизнь превращается в сплошную катастрофу, нужно заземляться простыми вещами, замечать то, что происходит вокруг, пусть даже и не хочется, а хочется забиться в нору и не вылезать оттуда ближайшую 1000 лет. Так вот, сегодня хочу предложить вам эксперимент, челлендж. 100 дней замечать что-то хорошее, что происходит вокруг. То, чем можно восхититься или чему можно порадоваться. И не просто замечать, а фиксировать, желательно письменно. Это не обязательно должны быть, да и не могут быть какие-то глобальные вещи. Это могут быть мелочи, но мелочи заметные для вас. Начну с себя. Таких мелочей было гораздо больше, чем 3, надо сказать. Но взяла эти, чтобы показать, насколько разными по глобальности могут быть такие штуки. Первое. Отлично прогулялись с собаками вокруг озера. Очень красиво и никого. Весь мир наш. Второе. Меня приняли на курсы журналистики, и я сдала первую домашку. Отлично сдала причем. Третье. Купила мятный травяной чай. И наслаждаюсь. Ну как, принимаете вызов?